это дороги остаются государственной собственностью. Меняется только баланс содержателя. Третье. Что касается согласования. Давайте представим на минуту простую картину. Сегодня погода благоприятствует. Допускаем, что через 2 дня у нас снегопад, заметы и так далее. Как нам согласовывать финансирование для срочной и экстренной работы по снегоуборке, по посыпке? Будем собирать комиссии? Спасибо. Значит, давайте я закончу. Значит, я поддерживаю Михаила Талку в том плане, что депутаты на своих округах общаются со своими избирателями, и они знают, какая дорога должна быть отремонтирована, на их взгляд, в первую очередь. Мы эти все предложения будем обобщать, консультироваться с депутатами и включать по степени важности. Почему? Потому что только специалисты, имеющие соответствующее образование, несущие ответственность за эксплуатацию, могут отдать предпочтение той или иной дороге. Поэтому я, как профильный зам, настоятельно рекомендую, чтобы мы все-таки приняли программу в том виде, что она есть, с поправками, которые предложил депутат Михаил Талов. Спасибо. Готов ответить на вопросы? Пожалуйста. Вы меня не слышали. Я вас услышал, но то есть это все государство. Деньги государственные, вы областная государственная администрация. А депутаты, как вы просто решают, пока в таком случае, если не назначено решение для чего нам голосовать за то, чтобы мы не вмешивались ни во что, а вы полностью самостоятельно решали, что это. Спасибо. Значит, к сожалению, вы меня не услышали. Я хочу вам сказать, что 148 миллионов, которые выделяются из областного бюджета, они будут согласованы 2 комиссиями, если поменяете решение сессии со всеми депутатами. Но я прошу вас не путать деньги государственного бюджета, дороги государственного значения, где меняется только баланс содержания.